Топ-4 женщин по знаку зодиака, которые являются настоящими музами для мужчин. Какими бы независимыми ни казались мужчины, без женщин они вряд ли смогут прожить. Мы – их мотивация, опора и поддержка. Сами того не замечая, мы вдохновляем их на подвиги и новые достижения. Астрологи считают, что эти 4 женщины по знаку зодиака способны превратить любого неудачника в успешного мужчину. А вы согласны? Близнецы. Уверенная в себе барышня-близнецы, настоящая муза для своего мужчины. Рядом с такой женщиной любой, даже самый неуверенный в себе человек обретает за собой крылья. Проактивность и постоянная занятость близнецов заражает всех вокруг. Мужчины ей полностью доверяют и всегда следуют ее советам. Лев. Львица – женщина на миллион, поэтому неудивительно, что ее мужчина должен ей соответствовать. Даже если ее партнер немного не дотягивает до идеала, она не переживает, ведь она сможет слепить из него супермена. Сила женщины-льва мотивирует мужчину становиться лучшей версией себя, а такие отношения просто обречены на долгий союз. Козерог. Для козерога превыше всего – комфортная жизнь с достатком. Она может начать встречаться не с самым успешным мужчиной, если у него есть потенциал стать лучше. Увидев его суть, она начнет вкладывать все силы, чтобы за считанные месяцы сделать из него мужчины своей мечты. Рыбы. Сила рыбки в ее слабости. Она с воздыханием смотрит на своего партнера и искренне верит, что он у нее самый лучший. Преданность рыбы здорово мотивирует мужчину, и у него невольно возникает желание стать еще лучше. В не самые удачные дни он всегда может рассчитывать на рыбку, она поддержит и даст силы подняться и идти дальше. А вы узнали в этом гороскопе себя, своих знакомых? Расскажите нам в комментариях. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.